Они и без меня все знают. Да вы знаете, сколько у меня дел? Счастливо оставаться. Ваше Величество! Ваше Величество! Иду, иду. У нас все готово. Прикажете начинать? Так, сначала нужно проверить, все ли готово. Конфетти нарезали? Да. Так, фейерверк зарядили? Сколько? Одну, ладно. Лед-то накололи? Да, сэр. Молодцы. А музыкантов вином напоили? Конечно, сэр! Вино музыкантов зачем напоили-то? Ё-моё! Новогодний бал начинается! Так? Никого? Так, у нас что? Семейство с двумя дочерьми? Маша, ничего. Сударыня, а вы замуж? Слегка. Ой, знаете, в мире так неспокойно. Я смотрю на карты мира, столько нюансов. У меня есть карты, только они в кабинете. В кабинете? Тогда почему же нам, ваше высочество, не поговорить об этом в неформальной обстановке? Без галстуков. Ну, разумеется, разумеется. Я, между прочим, всегда за вас голосовала. Я отбываю уже 4-й срок. Сударыня, надеюсь, вы танцуете? Я еще и пою. Прекрасно, прекрасно. Ой, один дворняк. Слушай, есть что-нибудь по жениха? Еще не разобрались. Ой, я вот на
прошлом балу 10 раз познакомилась. И что ж ты на прошлом балу себе жениха не нашла? Ну, я девушка, мне обычно не подходит. И какой же тебе нужен? Да такой нужен, который тебе во сне не снился. Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Солнце все на планете одинаково светит, и принцессе, и простой проводнице. Да мы же с вами, слава богу, не дети. Ой, не нужны мне мама ваши советы. Ох, я б его покорил, я б его приручил. Ваших этикет, шмитикетов. Да он бы подошел, я бы отвернулась. Он бы приставал ко мне, я бы ушла. Он бы зарыдал, я бы улыбнулась. Вот такие дела. Да он бы мой ответ не дожидался. Я бы его до паники навела. Да только принца нет, где же он подевался? Я не поняла. Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Солнце всем на планете одинаково светит, только посмотрим на нашей странице. Да он бы подошел, я бы отвернулась. Он бы приставал ко мне, я бы ушла. Он бы зарыдал, я бы улыбнулась, вот такие дела. Да он бы мой ответ месяц дожидался. Я его до паники навела. Да только принца нет, где ж он подевался, я не поняла. Настоящая принцесса. Ведь вы принцесса. Я сразу же об этом догадался. Нет, ваше высочество, я не принцесса. Только ваша безграничная скромность позволяет скрывать высокое происхождение. Это так мило. Благодарю вас, ваше величество. И я благодарю вам за ваш визит. Скажите, а вы танцуете? Нет, то есть да, ничего но... не говори. Я хочу пригласить вас на танец. Принцесса, а вы не будете против, если я вас приглашу на танец? Сынок! Да, папочка. Я первый ее пригласил. Нет, я. Так, не спорь со мной, я старше. Я моложе. Я король. Я принц. Ой, да ты вообще танцевать не умеешь. Ты волосы на бигуди накручиваешь. Ну, знаешь, это уже не смешно. Все знают, что мои волосы вьются от природы. Ну хорошо, веселитесь, танцуйте, а я буду грустить и чего-нибудь съесть. Малешку. Принцесса, скажите, а вы любите балы? Сначала мне здесь все нравилось, но теперь начинает раздражать, что все на нас смотрят. А вам нравятся звезды? Да. Давайте тогда сбежим отсюда. Король просит закрыть занавес.
у вас есть мечта? Мечта? Конечно, есть. Это секрет? Нет, об этом знает все королевство. Я мечтаю стать писателем. Писателем? Вот это да! Вам действительно нравится эта затея? Конечно, ведь ты сочиняешь историю, а другие в них верят. Только вы меня понимаете, принцесса. А у вас есть мечта? Конечно, сейчас я мечтаю только об одном, чтобы помощь никогда не наступила. Найна.
Королевский указ. Разыскивается хозяйка туфельки, утерянной во время королевского бала. За информацию о местоположении полагается вознаграждение в размере 1000 лешиков. Хозяйке туфельки гарантируется полная безопасность, а также рука и сердце юного принца. Хватит горлопанить. Пришло время примерить туфельку. А сколько у нас претендентов? Как звезд на небе, все замуж хотят. Еще бы, я бы тоже вышла бы за такого принца. Так вы у нас первая? Да, я первая. Кто у нас следующий? Я следующая. Вы, мадам? Не я, а две мои прелестные дочурки. Ну что ж.